Так я выгляжу сегодня. Такое качество. Эй, хей, хей! Ребята, я хочу подвести некий итог. Посмотрите, какая форма у меня сейчас. Я считаю, что это неплохо. Вот. Давайте более крупный планчик. Давайте вот так. Посмотрим. Если же, давайте посмотрим вот так. Специальных условий нету. Специального света никакого нету. Пампа тоже нет. Это полностью плоский, не наполненный углеводами. Подавиться чуть-чуть. Мы видим, какое качество у нас. Все просушено. Вот. Широчайшие мышцы, ноги я вообще молчу. Качество такое. А теперь давайте поговорим, какая система похудения самая эффективная позволила мне получить такую вполне достойную форму. Самое интересное, что начал я с вами сушиться вместе 9 марта. Потом у меня 13 числа был Vortex. Итак, 9 марта начало сушки. Масса моя составляет примерно 107 кг. 6 апреля уже вешу 92,4 кг. После сушки в Доминикане на отдыхе все включено. Затем я начинаю набирать вес к Vortex. И 13 апреля уже моя масса составляет 100 кг. Вы видели, на Vortex я был более плотным. 14 апреля снова начинаю сушку, 27 апреля. И 27 апреля я только вернул свои 92,4 кг, но уже был более плотным и качественным. То есть это было не напрасно. И 24 апреля, в день, когда я снимаю это самое видео, я уже вешу 91,5 кг. То есть получается, я не сушился с 9 марта до 24 апреля. А еще 20 дней мы оттуда вычитаем, потому что я успел еще раз набрать, еще раз просушиться. И сегодня мой вес уже 91,5. Получается около 24 дней, чтобы получить вот такую вот форму. Из той формы, которая у меня была, да? Практически в пиковую форму. Но я сейчас еще не сливал воду. Я сейчас еще не грузился углеводами. Завтра у меня последний день сушки. Потом будет загрузка углеводами. И 2 дня буду не пить. Никаких диуретик я принимать не буду. Вы видите, мне никакие диуретики не нужны. Воды вообще нет. И еще я собираюсь сейчас сделать рентгенологическое обследование, денситометрию, чтобы те люди, которые говорили, что жир весь у меня остался, я просто диуретиками выгнал воду, чтобы они все заткнулись. А я покажу по анализам, сколько реально у меня жир в организме и сколько мышц сейчас. Всего лишь 9 килограмм, да? 9 килограмм ушло. То есть один из секретов того, что так быстро я могу просушиться за 20 чем-то дней, заключается в том, что я практически постоянно поддерживался в сухой форме. Я даже начиная сушку уже не имел большого количества лишнего жира. Но эти 9 килограмм были очень трудные, потому что когда у человека остается 10% жира в организме, они уходят медленно. Что еще могу сказать? То, что я набрал вес на сложных углеводах 7 кг и опять еще раз в течение 13 дней этот вес выгонял, очень сильно прибавило мне качество. Потому что если человек, допустим, садится на такую жесткую диету, там 300 калорий в день, и за 3 недели сгоняет весь жир, он получается дребловатый. Если поесть неделю сложных углеводов, наполнится, снова просушится, еще недельки 2, повторить этот цикл, то телосложение более жесткое, рельеф лучше. Вы не худеете, просто потому, что диетологи учат вас слишком много жрать. Ты как бы плотнее, потому что вот эти вот циклы, загрузка, разгрузка, они повышают конечный результат. Поэтому в итоге перед соревнованиями надо брать лично мне, если я не жирный, не заплывший, все-таки вот такой период времени, как я взял. Соревнования 27 числа, а я начал 9 марта, 27 апреля. Получается, мне нужно 1,5 месяца где-то, чтобы успеть не просто просушиться, а еще раз набрать, еще раз просушиться. Понимаете? То есть я очень много могу успеть за это время. Какая же такая суперэффективная диета? Я вам уже рассказал, что я использую одновременно силу нескольких диет. Я использую мощь безуглеводной диеты. Использую
ударные возможности периодического голодания. И также я использую сумасшедшую силу низкокалорийной диеты. То есть я объединяю сразу все. И здесь и буч, потому что я одни дни ем углеводы, другие дни не ем. И читмилы используются. То есть я все объединил в одну суперэффективную систему, которая позволяет мне сжигать жир максимально быстро, с минимальным дискомфортом. Дискомфорта я вообще не испытываю. Каждый день я несколько раз выпиваю вот такую огромную чашку чая с заменителем сахара. Это может быть цикорий с молоком обезжиренным. Это может быть обычный чай черный с лимоном и заменитель сахара. Постоянно пью сладкое, никакой инсулин у меня не вырабатывается, сушиться это не мешает, никакие скачки в крови не происходят. И каждый день я съедал, я вам говорил, что буду съедать 300 калорий, но я все посчитал и получилось, что я съедал около 400 все-таки калорий, 300-400. Это была грудка, это был творог обязательно, обезжиренный. Изредка мог использовать рыбу. Я мог есть салаты, мог капусту пожевать, огурцы. И, конечно же, делал иногда изредка загрузку. Но бывало такое, что я неделю ем одни белки, никакая загрузка не происходит. Что еще я делал? Я использовал для натуральной сушки антикатаболики. Вот. Лизин и эргамин. В больших количествах я лизин и эргамин принимал. Это аминокислоты, которые на фоне сушки, как показывают научные исследования, все современные 2018-2019 года, совершенно точно аминокислоты на сушке работают, и БЦА работают, и комплексные аминокислоты работают. Они являются антикатаболиком и восстановителем после тренировок. Кардио я не делал, не бегал, интервальные тренировки я делал, когда я готовился к Вортекс, как только Вортекс прошел, перестал делать интервальные тренировки, потому что они мне нафиг не нужны для сушки. Мне нужен только дефицит калорий, который создаю диетой. И с помощью тяжелых весов, вон стоит штанга, видите? Я каждый день тренировался тяжелым весом. Жим лежа я делал не более чем 5-6 повторений. То же самое приседание. Вот приседал 150 кг на 5 повторений глубоко. Обязательно приседал, обязательно жал, делал становую тягу, вчера 190. Хотя в период, когда я ем нормально, могу потянуть и 220, и 230. Сейчас веса, конечно же, немного уменьшились, не за счет потери мышц. И если вы используете антикатаболическую поддержку, аминокислоты в больших дозах, 20-30 грамм аминокислот в день. Если вы едите белок, если вы занимаетесь тяжелыми весами, ваши мышцы не будут совершенно уходить. Вы мало едите, у вас бешеное жиросжигание идет, бешеный липолиз. Есть вы не хотите, потому что вы можете поесть немного творога, немного грудки, когда вам хочется есть. Можете салат пожевать, и голода вообще нет. Творог я тоже посыпал заменителем сахара эритрит. Эти заменители сахара безвредные, никакого вреда здоровью не наносят. Я принимал очень много для суставов, принимал желатин. Принимал сустамин, хондропротекторы, принимал омега-3 жиры, когда ел грудку, когда ел рыбу, соответственно, омега-3 жиры уже мне не нужны были. Человек может просушиться натурально, без химии, используя вот ту комбинацию, которую я предлагаю вам. Она доступна для всех, я все рассказываю, все, что я делал, все, что я употреблял, спортивные добавки, низкая диета, силовые тренировки, и весь жир у любого человека сгорает. Никакого оправдания для того, чтобы иметь жир, нет. Нужно тренироваться особенным образом, чтобы не терять мышцы и чтобы ваш обмен веществ серьезно не пострадал. Каждый человек должен терять жир или набирать мышцы по своей индивидуальной программе. Нет метода, который работал бы одинаково хорошо для всех. Это касается даже одного и того же человека. На данном этапе работает это, а через год это уже не работает, но хорошо работает совершенно другой принцип. Если вам нужна индивидуальная помощь, нужен опытный персональный тренер, пишите мне в личку. Контакты есть в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши лайки. Почему я дублирую сейчас контент на два канала? Да потому что один канал старый, там уже он не работает почти, а другой канал новый. Он уведомляет своих подписчиков нормально, там подписчиков мало. Поэтому дублирую на два контента, посмотрю, какой канал будет лучше развиваться, и туда и буду контент выкладывать. Друзья мои, люблю вас, до новых встреч, пока.